Слово предоставляется представителю медицинских, профсоюза медицинских работников действия Бобинову Григорию Вячеславовичу. Медицинский профсоюз действия. Товарищи, у Скворцова лежит на столе бумага. Гласит она о следующем, статистические данные, что медики до 50 лет доживают на 32% реже, чем остальные. С чем это связано? Медики, у медиков одна из самых вредных профессий. Первое – это стрессы. Мы отвечаем за жизни людей, за самое ценное, что есть на Земле. Мы все работаем на полторы ставки. Мы часто работаем сутками. Те, кто работает сутками, вырабатывают, не спят 10 лет. Все это сказывается на здоровье. Суперинфекции, гепатиты, ВИЧи – все это окружает нас. Но мы не можем избавиться от этой вредности, как не могут избавиться шахтеры от пыли, как не могут избавиться сварщики от газа. Что же делать? Единственная проблема, как-то надо уменьшить эту вредность. Вредность можно уменьшить только, меньше с ней сталкиваться. Поэтому назрела необходимость сократить рабочий день до 6 часов. Наши предки 100 лет назад сократили рабочий день до 8 часов. Как они это сделали? Они просто пришли здесь, в Санкт-Петербурге, и сократили своим явочным порядком. Они это сделали следующим образом. С 14 года по 17 год в стачках участвовал каждый второй петербуржец. Вернее, каждый второй работник. Сейчас же в стачках участвует всего лишь один из тысячи. Мы не умеем бороться. Назрела необходимость сократить рабочий день до 8 часов. Извините, до 6 часов с 8. Сколько можно терпеть? Нам говорят, что производительность труда. Но производительность труда выросла за последние 100 лет 100 раз. Доказано, что за один первый час работы рабочий вырабатывает свою зарплату. Дальше 7 часов он работает на капиталиста. Товарищи, я призываю сегодняшнее собрание считать полномочным, чтобы заявить требования о сокращении рабочего дня с 8 до 6 часов. Предложение до 5 по Сталину. Спасибо, профсоюз действия медики. Ура! Нашей тупиковых вещей. Решения с этой властью не может быть. Да, все правильно. Ситуация такая, что уже прошло в первом чтении. Мы идем по такому же пути, что все против. Надо предложить свое «за». Недоверие. Коммунисты, подождите, мы должны провести референдум. Власть отказала. Так. И дальше будет. Смотрите. С этой властью не может быть компромиссов никаких. Нет, все очень просто. Они будут делать. Все очень просто, смотрите. Они провели первый закон, да, в первом чтении. Провели, нет, они проведут и во втором. Да. Послушайте. Второе, третье техническое. Послушайте. Надо сделать то, чтобы внести поправку в этот закон. Нет. Первое. Никаких поправок. Мы проигрываем уже сейчас. Надо что-то делать. Надо идти и добиваться консенсуса. Вот это правильно. Надо референдум надо сделать. Все правительство их Путиным отправить под штаб. Вот. Давай, давай, давай.